Друзьяшки, всем привет, с вами Капанда, сегодня играем в Roblox на PlayStation Game Dev Simulator. Короче, будем разрабатывать игры. Я буду создавать свой Roblox, Roblox номер 2.0. Давайте глянем, смотрите, это у нас офис, называется наша компания E-Corp, короче, корпорация E. Что нам тут надо делать? Это типа кликер, будем писать строчки кода и зарабатывать деньги, публиковать игры и на это апгрейживать свои компьютеры. Давайте сядем за наш компьютер и попробуем написать программу. И полетели. Вот так, вот так, вот так, вот так, фигачим, фигачим, фигачим. Эй, зачем я прыгнул? Ну-ка, давай. Садись-ка. Короче, жмякаем, жмякаем, жмякаем. Вон, нам нужно 2500 линии кода набрать. За каждую жмякалку нам дают вот наверху здесь по 11, по 12 примерно, ну как сказать, типа строчек кода. А их, эти строчки кода можно будет потом продавать. Все, нажимаем Enter, опубликовать игру. Все, теперь нам нужно уже 2600. Давайте нажмякаем быстро, сейчас я напишу свою игру. Так, понятно, здесь короче скрипт будет, здесь текстурки натянем, здесь сделаем анимационный фильм, и это все вот так у нас сюда полетит, и здесь еще музыку напишем, и сценарий, все, готово. Теперь можем опубликовать, идем сюда, жмякаем туда, вот у нас 26 уже опубликованных игр. Вот, мы жмякаем, продаем, и нам дали, сколько там, 5000, да? Теперь самое главное, куда можно это все потратить. У нас есть здесь, короче, компьютеры. Вот, я купил уже за 1000. А, вот, у меня даже за 8000 вот этот компьютер. А за 20000 можно купить вот этот, синенький, Asus. У меня сейчас Acer. Вначале был вообще E-машина, потом HP, потом Acer, Asus. О, потом, смотри, какие тут еще есть клевые компьютеры. Потом ABBA, ABA какой-то. Cybertron, Asus ROG и Brix MLG. Он дает плюс 160 кода. То есть, когда мы один раз жмякаем по клавиатуре, нам сразу дают там не по 11, что-то мне давали. Где они здесь? Вот, плюс 10 мне дают сейчас за Acer. А здесь будут давать плюс 20. А тут сразу будет 160 давать. Офигенски. Потом у нас есть еще кресла. Где? У меня он такое нубовское кресло, деревянное. Было сначала вообще такое 0. Это дает денег. Ой, а кто тут развалился-то у нас? Я купил за 10 тысяч кресло, оно дает больше кэша, когда мы публикуем свои игры. Видите, я купил за 10 тысяч, а оно дает плюс 1000. Можно купить за 60 тысяч, оно будет за каждую игру плюс 2500 кэша давать. И что-то у нас еще есть. У нас есть еще по монитору там. Да, во, мониторы. А мониторы нам что дают? А, они умножают наш... Когда мы публикуем игры, умножают наш кэш. Где у нас самый дешевый монитор? Вот, был 0, умножал на единичку. Я купил вот этот монитор, квадратненький, он на 15% больше. То есть все, что мы публикуем, дает нам на 15% больше. Видите, 1,5. 1,15 умножается. 1,25 здесь на 25%, здесь на 40%, 1,4. И самое большое будет на 2,35. То есть в два раза будет больше публиковать. Ну, смотрите, какие мониторы офигенские. Alienware. И стоит 350 тысяч, мамочки. Короче, здесь нужно очень-очень много кликать. Очень много кликать. Так, а кстати, где-то тут-то слышу кофеек. Дайте мне тоже кофейка. Я устал уже жмякать, я хочу попить кофейка. Взять кофе. Давайте попьем кофейку. О, красота. Здорово, братюня, как дела? Ты тоже тут кофе пьешь? Ну нам что пить-то кофе? Нам надо и работать-то уже. Сколько можно-то фигачить? Просто так. Ну что, полетели. Фу, накопили денег. Давайте глянем, сколько у нас. И у меня 54 тысячи. Юху! И теперь давайте апнем наш компьютер. Хочу сделать апгрейд. Апгрейд покупаем. Вот. За 50 тысяч. Кто у нас? ABA. Это типа IBM, наверное, был. Но стал ABA. Я даже не знаю такую фирму. Ну что, покупаем его. Есть, я купил комп. И теперь за каждую жмякалку, за каждую строчку кода нам будут давать плюс 50. Ну-ка, давайте глянем. Я хочу уже его протестить. Ну-ка, ну-ка. Ого, нифига, у чувака тут клевый комп. Ничего, мы тоже до сюда дорастем. Во, видите, у нас появился новый. И теперь за каждую жмякалку по 50. Смотри, как быстро копится. Хлобысь, и уже 3800. Вот теперь поперло дело. По 50. Смотрите, как быстро. Мы сейчас куча бабла срубим на этих играх. Опубликуем свой Roblox номер 2.0, где будет куча друзей, приколюх и куча плейсов. И везде будут бесплатные робаксы. Я сделаю Roblox свой, где будет куча-куча бесплатных робаксов. Все будет бесплатно. Ставь лайкос, если ты хочешь такой Roblox.
Во-во-во-во, 4500 уже. И, о, нам дали медальку, прикольно. Мы за, нам дали медаль за супер разработчика видеоигр. Ну, конечно, мы же сделали бесплатный Roblox 2.0, конечно, нам дали. Эй, кто там по мне топчется? Эх, слазь с моего стола, дружище. Так, ну давайте глянем, сколько нам дадут денег, все. 4800, на этом компе сколько мы заработали, у меня было 4000, нам дали... Уа, 54 000, я сразу же столько же заработал на компьютер. Блин, прикольно, давайте, может, купим и кресло теперь, и либо монитор. Не, давайте купим монитор, у меня 58 000, а монитор сколько стоит? Так, 45, да? Да, давайте купим вот этот монитор, 45, бенчик. Это у нас Acer, нам будет больше кэша давать. Ну-ка, давайте глянем, сколько теперь будет даваться. Блин, тут все занято, все занято. О, здесь можно поработать. Все, полетели. Фу, я накопил 108, написал 183 000 линий кода, строк кода. И мне дали за все 90 000, обалдеть, у меня уже 100 000, я могу купить супер кресло какое-нибудь. Ну-ка, кресло, давайте купим какое-нибудь кресло. Так, дается плюс 9, ого, сколько стоит 900 000, нет, эти цены дорогие. Давайте купим за 60 000. О, вот такое кресло покупаем. Е, прикольно, ну-ка. А я даже не вижу, когда я сажусь. А, вон оно, видать, все, кресло вон у нас, фиолетовое. Ну что, полетели опять строчить, полетели. Фу, я напрограммировал 256 000 строчек кода и сдаем их. Публикуем наши игры. Бенч, и нам дали 100 000, обалдеть, у меня уже 146 000. Так, давайте апнем компьютер. Где компьютер какой-нибудь, я хочу новый комп. Хочу новый комп. И стоит 80 150. Ага, давайте купим, наверное, за 80, и 150 еще долго. А, почему? Мне осталось накопить всего 4 000. Сейчас давайте быстренько еще одну игру опубликуем и все. Давайте быстро хлобысь, 7200, ну-ка, кстати, нам сколько дают за один уровень? Давайте глянем, вот за один уровень, то есть 72-й бенч, мне дали 10 000, прикольно. И покупаем новый комп, и он будет приносить не плюс 50, а плюс 135. Фу, прикольно, давайте покупаем бенч. Ну-ка, это кто у нас? Asus ROG. Ну-ка, где наш комп клёвый? Вау, вот он красавец, смотрите какой красный, черный с красными полосками. И один раз жмякаем, 130 сразу дается. Вау, смотри как быстро бежит. Сразу за 2 секунды заполняется наш line код. Строчки кода пишутся просто офигенски, да, он потому что супер мощный, там наверное i7 какой-нибудь стоит, i9. 100-500 000 там ядер у него, 300 000 гигов оперативки. У-ху, полетели печатать. Так я сейчас так очень быстро себе накоплю на новый вообще компьютер. Там сколько надо было денег-то на него? 300 000, по-моему. Мы сейчас суперски себе купим комп вообще. Мы сейчас купим супер комп. О, смотрите, я опубликовал 100 игр, ровно 100. И у нас 500 000 строчек кода и 100 игр. Бенчки нам дали. Вау, 300 000! Да я сейчас супер комп возьму. Где он, мой красавец? А, вот он. Стоит 300 000, самый крутой Bricks MLG. Покупаем. У меня еще даже дача осталась, 40 000. Ну-ка, сколько он там дается? Плюс 160. 160 строчек кода дается за один этот. А, вот он красавец. С какими-то желтыми ставками. И там еще внутри мне все светится. Ну что, полетели, потестируем. Вау, как все быстро. 3 секунды и мы написали 10 000 строчек кода. Давайте накопим, наверное, на монитор еще, на тот самый здоровенный хочу купить. Полетели. Так, я набрал 400 000 лавандоса. И давайте купим мне вот она старые мониторы. Старые. И вот он, самый офигенский. Алюминий, двойной монитор, причем который сверху стоит. Офигеть, давайте купим. Бэнч. Все, я потратил бабки свои и на будет умножаться на 2.35. Вау. У нас даже еще сдача осталась. Ну-ка давайте глянем, какой он. Смотрите, какой системный клевый. И здоровенный монитор у нас. Полетели печатать. О, и за сколько мы теперь это можем все сдать?
А можем это сдать, бум, сразу же 178 тысяч дали, всего за пару минут написания кода. И можем купить какое-нибудь креслице. Давайте глянем, что у нас, сколько, 200 тысяч, да? А, за 130. О, мамочки, сколько, 1,5 миллиона, самое здоровое стоит, плюс 13 тысяч бонуса. Ну, давайте купим то, на что хватает. А хватает нам вот на это. Красное. Купили. Ну-ка, давайте глянем, как оно выглядит. Поджопник мой. Вон оно, красное, красное кресло. Вот оно, рубиновое какое-то. И на нем так приятно сидеть попцу, и так приятно писать свои строчки кода, и программировать, и разрабатывать робот второй. Прикольно. В общем, ребята, такой режим. Прикольненький довольно-таки, я поиграл, мне понравилось. Как я напишу свой робот, и обязательно с вами поделюсь. И будем там все рубиться вместе. Все, друзья, с вами был Капанда. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.